Всем привет! Всем привет! Я Гена Куска, невеста бабочка и очках. Сегодня девчонки решили показать вам все наряды, которые у них есть. И начнем мы, наверное, с Теи. Тея, ты кто у нас сейчас? Я Рапунцель. Посмотрите, какие классные волосы у Теи. Шикарная коса Рапунцель. Обалдеть, она прямо достает до земли. И очень красивое платье. Красавица. И корона. Обалденно. И я масло. А кто ты? Я Гена Коска, невеста бабочка и очка. Ой, ты какая-то крутая кошка, которая... Кто? Кошка. А Гена это кто? Это крокодил кошка Гена? Кошка-невеста, крокодил Гена, кошка-бабочка, короче. И крутая в очках, да? Это что такое? У меня еще позади, смотрите, что. Что у тебя там есть? Позади у меня такой вот хвост. Обалдеть. Это что она делает такое? Это моя вивяшка. Кто-то вивяшку мне одеть. Что такое вивяшка? Вивяшка это значит кучиться где-то. Это твоя повязочка что ли какая-то? Вивяшка. Как поводок? Вивяшка такая, вивяшка. Я люблю эти вот вивяшки. Ты знаешь, что это такое? Вивяшка! Во, короче, что ли? Ой, какая ты красивая и стильная. Кошка-невеста-крокодил. И бабочка. Гелый. Так, стоп. Не смотрите, какие крылья. У нее же еще крылья есть. Это же бабочка. Только они у нее сложились, да? Вот так. Обалденные. Они с блесками. Ой, какая красота. Ну что, будем показывать следующие наряды? Да. Угадайте, кто это, ребята? Это петух-русалка. Алиса у нас решила вот таким образом нарядиться. Она у нас петух-русалка. Как это произошло, мы не знаем. Давай, нет, нормально, крути хвостом, нормально. А Тея у нас Аврора. Принцесса Аврора помогает петуху-русалке. Посмотрите, какая она красивая. Какой у нее красивый парик, шикарные локоны и очень красивое пышное платье. Это сосиска. Сама ты сосиска. Это она сосиска какая-то. Сосиска. Красавица. Алиса, ну от тебя я вообще в шоке. Тебе удобно, петух-русалка? О-о-о. Все, переодеваемся. Следующие наряды. Тебе помогу, русалка. Следующие наряды. Красавица русалка с голубыми волосами. И Клодин Вульф в крутых колготках. Вот она какая, Клодин Вульф. Школа Монстер Хай. Школа Монстер Хай, Монстер Хай, Монстер Монстер Хай. Ее нету Бега. А кстати, Монстер Хай нету у русалок? Нету вроде? Есть. Но ты не Ариэль, да? Ты просто красивая русалочка с голубыми волосами. Ой, какая красавица. Нужно сесть на нее. Зачем? Алиса. Поплыли. Какая красавица. Клео Дэниел, Монстер Хай. А тут у нас кто? Кто ты, девочка? Кто ты? Что она это родила, такое? Она родила фламинго. И она сама. Ой, какой ужас, родила фламинго. Это вообще какой-то кошмар. Ты фламинго-мама? Ой, какой красивый фламинго. Это твой ребеночек, что ли? Это мой ребенок. Это твой ребеночек, фламинго. Обалдеть. Я их няня. А Клео Дэниел у вас нянька, да? Нянчит твоих детей. Посмотрите, какая красивая у нас Клео Дэниел. Какой у нее красивый ободок и шикарные волосы. Очень красивый костюм. Вот она какая, девочка-мумия. Еще вот что на ноге. Да, на ноге у нее болтаются бинты. Мне то мягко. Ух ты, у фламинго двойная юбка одета. Мягко. Мягонькая она, да? И розовая. И вся розовая у нас фламинго. У нее розовые волосы, розовая кофточка. Посмотрите, и розовые как я могу юбочки. Говорить. Фламинго, 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 фламинго. Класс. Фламинго. Можно так говорить? Фламинго, фламинго. Вот
так язычком. Фламинго. Фламинго. Давай, давай, моей. Фламинго. Фламинго. Нянечку. Вот. Ну что, давайте следующие костюмы покажем. Девочка. Я Эльза. Какая ты красивая, Эльза. Какая у тебя шикарная прическа пышная. Эльза, здесь в окрестностях твоего замка ходит какая-то колдунья. И она хочет прийти к тебе и о чем-то поговорить. Я боюсь. Не бойся, Эльза. Не бойся. Ты же в своем замке, в своем домике. Где эта девочка? Привет. Я не простая ведьма, я могу тебя короновать? Ты стала королевой, Эльза. Обалдеть. Let it go, let it go. Заколдую. Не надо заколдовать. Оп, ты теперь королева. Бедная Эльза. Какая я. Какая у Эльзы пышная прическа, что корону даже невозможно одеть. Ой, красиво. О, а ты добрая ведьма? Да. Посмотрите, какой у Теи наряд. У нее шикарная шляпа. С паутинкой. Не только юбка такого набора. Да, ничего страшного. Шикарная накидка с паутинками. И еще парик. Баскет. Еще парик. Баскет. Только... Еще и браслет у нее есть. Ну-ка покажи, ты, что это за браслет у тебя. Это браслет Свинкс? Да. А еще вот такой парик. Ой, какой красивый. Как у ведьмы. Как да. У колдуньи. И вот такая юбочка. Заснимите. Класс. Я Анна. Какая ты красивая, Анна. Ты маленькая принцесса? Большая. А мы два сукуба под окном. Теперь мы вместе. Останайся, Эльзой. Мечами тут. Мы два сукуба под окном. Тебе грустно, Анна? Да, грустно. А что случилось? Ты ждешь свою подружку? Да. А как ее зовут? Мальвина. Мальвина? Твоя подружка? Где моя матушка? Где твоя подружечка? Да. Ты скучаешь по ней? Да. Не плачь, скоро придет твоя подружка Мальвина, не плачь. Привет, Анна. Ой, какая как современная дела? Мальвина в джинсовой курточке. У меня еще вот две юбочки. Ух ты, ничего себе у тебя наряд, Мальвина. Тебе что-то подарить. А что? Свен. Какой Свен? Ой, какой хороший. А я хочу тебя познакомиться с таким моим питомцем. Я могу его тебе подарить. И еще у меня вот такой малыш. Какая красота! Единорожка! Тебе нравится она, единорожка? Да. Анна, мой песик заболел. Вылечи его, пожалуйста. У меня ничего нету с собой. У меня же есть инструменты доктора. Принести? Да, принести. Вот он. Ничего себе, целый медицинский центр у тебя есть. А обалдеть. Ой, слушайте. Фламинго будет лечить. У тебя есть все аппараты, а у Анны есть навыки доктора, да? Фламинго будет лечить. Анна, ты где-то училась на доктора? Училась. А еще у меня есть книжка диагнозов. Да, записывать, как он заболел. Обалдеть. Вот ручка. Ой. Я буду доставать, хорошо тебе? Ты будешь говорить что-то. Какая книжка большая. И также вот такая еще есть. Маленькая книжечка в строчку. Начинаете прием? Да. Пришла собачка. Она боит. Что у нее боит? На что жалуется собачка? Жалуется, что у нее боит животики и лапка. И голову. И хвост. Какой у вас красивый почерк, доктор.
сначала проведем с ним осмотр? Давай. Что у меня есть? Пускай. УЗИ? А я пока посмотрю ему ушки. Нормально. Чистые ушки? Да. Сердце? Нет. Легкий, он кашляет. Скорее ему нужна помощь. Дать таблетку. Укольчик. Да, укольчик. Температура. Так, температура. Высокая? Да. Так. И что делать? Надо, когда вот высокая температура, надо сделать укольчик. И лапку давай. Сейчас померим давление. Телефон звонит? Да. Алло, доктор. Алло. Как там моя собачка? Нормально. А у нее высокое давление? Ну, нормальное. Мне купить какие-то лекарства? Оно идет кружение. Кружение? Так мне купить какие-то лекарства? Купить. Какие? Таблетки. Таблетки, хорошо. Я купила таблетки. И пластырь еще купила. Надо пластырь. Давай я его открою. На лапку. И опачку. А может быть сейчас какие-нибудь таблеточки ей дадим? Давай. Вот такая таблетка есть. Ей не гается. А там косые таблетки. Вот такая пойдет. Съела? Да. Ребята, мне уже намного лучше. Здорово. Он здоров! Сегодня мы показали несколько нарядов, которые есть у наших девчонок, и немножко поиграли в больничку. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Алисы и Теи. У Теи тоже есть канал, ссылку на него мы оставим в описании под видео. Да что такое? Канал у Теи называется «Весело играем». Да, вы смотрите. Кто не подписался, обязательно заходите и подписывайтесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я обещаю, что будут новые видео. Новые видео будут? Точно? Посмотри. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал «Весело играем» и «Мимилиса». Всем пока-пока. 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 Ну, Лиса, ну что за дела?